Вестник Северодвинска о спорте. В минувшие выходные в манеже стадиона «Север» «Фоксивмаш» состоялся открытый кубок города по легкой атлетике в помещениях. Соревнования собрали более 150 спортсменов из Архангельска и Северодвинска. На протяжении двух дней легкоатлеты соревновались в шести дисциплинах. Представители Архангельской ДЮСШ-1 завоевали большинство наград. Победителями сразу в нескольких видах стали Марина Жукова, Светлана Еремина, Андрей Рябченков и Андрей Порядин. Среди наших спортсменов золото на счету Алены Куклиной, Юлии Стыцук и Михаила Автономова. Параллельно на дорожках манежа прошли соревнования «Шиповка юных» среди школьных учреждений. В командном первенстве золото у мальчиков 17-го лицея и девочек 6-й школы. В личном отличились Руслан Шелудин и Алена Аверина. В эти же дни проводился открытый кубок Ярославля по легкой атлетике, где наш Дмитрий Фалев завоевал две золотые медали на дистанциях 200 и 400 метров.